Александр, презентуйте себя, пожалуйста. Это невозможно. Фотки, моя раса не будет делиться с вами технологией. Бля. И когда улыбаешься, у тебя задница подтягивается. Секундочку, у девочки не поинтересуешься обычно, уже тоже не спросишь. С ногтями жопу вытирать, каково? Мы, если что, мы не докапываемся, просто интересно. Да, реально. На самом деле. Не каждый день такого взрослого. Я хотел у вас всех спросить, вы гетера? Это раса, с которой они воюют. Гетера! Слушай, он мог в целом в Люди Икс без грима сниматься, да? Ты росомаха, да? Не, он это, когда в лужу смотришь, отражение вот это. Кем ты в детстве мечтал стать? Ну, типа, вот этой херней из-под кровати. Я вырасту и сам тебя напугаю, бледина. Окей, к истории. Ты же был нормальным же? Вот, выглядел нормально. Выглядел иначе. Слушай, а ноготочки где делаешь? А нет ощущения, что Шпак — это, ну, Щербаков, который сошел с ума?